Чемпиона WBA Азия в легком весе до 61 и 2. Поражение лишь одна. Одно удастся. Дайки Канека. Учьяму в нокдаун. Вот так вот. От мало до велика. Понять, башуха такая здесь движуха. WBC Asian Boxing Council Silver. Представляю вам соперников. Синий. 5 поражений и 3 ничьих. Дайки Канеко. И WBA Азия в легком весе. Павел Маликов. Джентльмен боксис. На самом деле... Дайки Канека, человек, который бился за звание чемпиона мира. Преимущество в росте. Да. У японского бойца. При этом очень стойкий. Очень стойкий. С 5 поражений лишь одно доспланировано. С другой стороны, Павел Маликов тоже очень сильно прибавил за последние несколько лет. У него хорошая серия досрочных побед. Хорошо попадает Канека. Отвечает Маликов. У нас короткий размен в инсайде. Натыкается на джеб японца. И как только сближается японец, опа, как попадает сейчас Канека слева. Очень жестко работает Канека. Здесь увернулся от удара Маликов, добавил левый подбил как раз таки нокаутом по корпусу. Опа! Он скушал апперкот и поморщился. И вот здесь вот попал Павел Маликов. Попал, но здесь еще не конец. А, вот это да! Подгон! Вот это да! Под конец первого раунда Павел Маликов отправляет нокдаун японского самурая. Канека показывает, что все в порядке у него. Первый раунд, но я вам скажу, дорогие друзья, пока еще ничего здесь не ясно против Павла Маликова. Здесь на кону пояс WBA Азия, который боксер очень терпеливый, хладнокровный, бьющий. Да, удалось Павлу отправить и Канека с джеба. Работает первым номером. Но вот сейчас... И смотри, корпусу Дайки Канека. Старается... Оп, хорошо. Смотри, на ближней дистанции вяжет. Хороший апперкот от Маликова. И отвечает Канека правым навстречу. Длинный. Разозлился японец, начинает обрабатывать корпус. Отвечает по корпусу Маликов. Второй раунд, ребята, уже раскочегал. Хороший сдвоенный про... И снова апперкот от Павла в инсайде. При возможности японец старается работать серийно. Ударил сейчас Павел Маликов правый. Здесь с плечом с левым. Мы видели, как во втором раунде мало он работал. Сами смотрели поединок Джина Миуры и Марка Урванова. Вот Канека это тот же Миура, только и здоровее. Опасно очень просто. Встречает Павел Дайки Канека. Жесткий апперкот справа от японца. Но нужно отдать должное Павлу. Очень неплохо он пока работает корпусом. Павел так не делает в основном. Методично Павел хороший апперкот. Такому апперкоту бы и Флойд Мейвезер-младший попросил его насадить на апперкот Канека. Он тоже меняется все-таки. Начинает вычислять. Конечно, очень опытный боец. Хорошо по корпусу, да. Но опасность японцу врубиться может быть чревато, но мы видим уйской жесткий левый крюк в первом раунде. Снова сейчас Павел Маликов правый. Ну, пропускает справа, боковой, немножко оставил он голову. Дайки Канека сумели нейтрализовать рассечение у своего боксера. Четвертый раунд из 10 запланированных. Хорошая атака Павла Маликова. Мы видим, огрызается японец. Жестко попадает. Причем... С дальней руки прямым японский боец. Хороший ответ левым крюком от Павла. Вот, у Павла есть время подготовить контратаку. Уходи, выйди, вот так. На ногах работает Маликов. Работает корпусом. Взял пока паузу. Взял паузу в четвертом раунде. Неплохой апперкот. Место. А вот смотрите, опасность сейчас попадает. Так вроде легко, но трехударная такая неприятная. Попытка двойки от японца. Хорошо встречает справа. Е.
И еще хорошо попадает. Сейчас атака, оттянулся еще левая. Атака. Быстро, ну, здесь действительно нужно Маликову работать на скорости. Но смотрите, какая концовка, японец разозлился. И Конека 10 раундов в легком весе, весовая категория до 61 килограмма 200 было. И успел оттянуться японский боец, да. И смотрите, как работает на ближней дистанции японец, заставляя Павла уходить вниз. Двойку Павел Маликов. Ну, японец, смотрите, очень прет на Маликова. Идет, идет вперед, постоянно оказывает такое давление. Два боковых пропустил. Двигаться, двигаться, двигаться. То, что нужно Павлу Маликову. Вот хорошая атака. О, хорошо, справа попадает Павел. Последние 10 секунд. Хорошо, на выходе из клинча апперкотом попадает. Шестой раунд. Павел Маликов, Дайки Конека. Но вот сейчас перелетела рука у Маликова, а здесь хороший короткий крюк, но... Ох, сколько пошел, ударов сейчас, да. Да, пошел, пошел на размен. Обострение. Конека. Конека. Да, он кушает удары Маликова, но продолжает. Больше джепа у Конека, вот обменялись двоечка. Бойцами, да, бойцы ударами через руку. Попытался снова Павел. Показал справа, попал слева, обманул немножечко японца. Опа, вот здесь нарвался сейчас Маликов. Ох, какой апперкот справа. Выкидывает Яра. Включил он опять свой темп. Я имею в виду японского и бойца. И вот сейчас, сейчас он, да, так пораньше, пораньше взорвался в конце шестого раунда. Хорошая попа... А вот сейчас левый крюк от японца. И тут же правая от Маликова. И смотрите, у канатов японец. Перешел экватор поединок. И очень резко начал Павел Маликов с джебом. И промахнулся Конека и неплохо попал навстречу Маликов. Но вот здесь бы немножечко, да, закрутить японца. И еще двойка. Но вот жестко справа отвечает Конека. Левый крюк. Запускает корпус на месте. О, сейчас справа. Нельзя, нельзя. Может этим, да, заставить встать Павла Маликова. Этими ударами, которые... Да. Да. Бой продолжается. И тут же пошел вперед Дайки Конека. И смотрите, как разозлился Павел Маликов. Практически в каждый крюк он вкладывается. Ух! Плотно слева. И смотрите, как отвечает японец. Абсолютно бескомпромиссный поединок. Не, пошел не уступает, в размен, не пошел в размен Конека. Хорошо попал сейчас Павел. Натыкается напрямую навстречу слева, но продолжает Конека атаковать. Бой за титул чемпиона WBA Азия. Азия в легком весе пересинговать Маликова. Ох, вот здесь подзастоялся Павел, конечно. Нельзя, нельзя этого для ударную. Если у Павла еще остались силы включить ноги и поработать на ногах, нужно это делать. Но бой проходит в очень высоком темпе. Откровенная рубка для японца. Это родная стихия. Мы Маликов, но продолжает, продолжает поддавливать Дайки Конека. Прекрасно понимая, что именно... Женя. Да, здесь можно и повелосипедить, почему нет? Ух, какой апперкот мощный от японского боксера. И у нас размен под гонг. Ох! Бегаев дает советы своему боксеру. Ох, какой жесткий размен. Пропускает апперкот справа Павел Маликов. Японец настроен очень решительно. Вот буквально попытался прижать этими крюками. Но и он чувствует, что... Чуть-чуть подустал Павел Маликов, и он старается не давать вот этих пауз. Постоянно идет, идет, да, вперед. Вот как раз-таки японец старается хорошо не давать. Хорошо попал сейчас Павел. Да, конечно же. Ох, какая жесткая двойка. Два бревна влетели в Павла. Тут на характере боксирует Паша. Идет вперед. Размен. Дайки Конека, да. Очень конкурентный. Маликов включил ноги. Не застаиваться ни в коем случае Павлу нельзя. О, какой удар пошли пропускает. Пошли в размен оба бойца. Да, напомним, из 26 побед 18 побед досрочных. Да, Дайки бьющих. Конека.
Размен, снова у нас размен. Ох, попадает Павел. Ох, какой правый сейчас залетел Павлу. Этой ситуации. Нужно достоять этот поединок, этот раунд. Подскользнулся Павел Маликов, не считает, не было нокдауна. Потеря равновесия, тут потеря немножко равновесия. Толчок был, а не удар в тот момент. Не застаиваться у канатов. Не в... Ох, какой тяжелый раунд для Павла Маликова. И решающий раунд для Дайки Конека. Джеб, и тут же добавляет правый, затем два боковых. Конека. Под апперкот. Но вот сегодня прям настоящий пик драма-шоу, я бы сказал. Включился Паша. Вот это концовка. Пошел в размен и гонг. Но после гонга. Но здесь может быть, кстати, неоднозначно. Во время, может быть, надо было посмотреть повтор, конечно. Но не стали считать, конечно, никакой нокаут, нокдаун. Возмущены японцы. Но Гильермо Ригунда за такой удар лишился победы в эфире. Почему нет? Аплодирующие комментаторы. Обратимся к судейским запискам. Судья Болдырев. 97-92 Маликов. Судья Малазония. 95-94 Конеко. У нас раздельное решение судей назревает, судья, дорогие Гриллин. Друзья. 95-94. Победу раздельным решением судей одержал и сохранил Павел Маликов. Павел Маликов остается непобежденным. Поздравляем его с этой очень тяжелой. Очень тяжелой. Очень тяжелой победой по судейскому счету.